учительницу уволить. Никогда. Я вам все сделаю. Я тебя не упаду, или что? Мне вы совсем с первого раза вижу! Фу, я теперь понимаю!
реально какая-то странная. Что он вообще делает? Вообще стрела вышла. Вот честно сказать, как вас там, Ангелина Дристалиновна? Вы мне реально кого-то напоминаете. Конечно, мальчик, мне кого-то напоминаю. Я напоминаю всех вам мира. Сердце не получается. Вы ненормальный, кто сюда это ведро поставил? Ой, новая уборщица. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А можно ведро мое не трогать вообще? Перелезьте все, вот мне пол опять мыть. Или может вы сами вымоете все? Ой, да я извиняюсь, я мыть не буду. Вон, но Лерочка помоет. Смотри, Лера. Ну, никто не помоет его. Простите, вы поубираете? Анечка, привет. 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 Вот сюда поближе садись. Ну и зачем ты мелом разрисовала? Эй, прокатила. Спасибо большое, конечно, что вы здесь убираетесь, но это мое место. Как мое место? Где Витя? Витя? Ну и здесь сидит рядом. Блин, вот не повезло. Да вы оставляйте, оставляйте. Слушайте, как вас там, Ангелина Кристалиновна или... В общем, неважно. Вы мне реально кого-то напоминаете. Вот голос, ну вот прям похож. Вот, блин, вот не знаю на кого, но вот, блин, похож такой голос. Да кого она может тебе напоминать? У них уборщиц у всех голоса. Конфету отдай. Нет. Знаешь что? С переделанным лицом. Ту, которую каток переехал. Мы все разные, а я такая одна. Понятно? А ты вообще сядь на свое место. Где я сижу? Я все знаю. Ну вот вы реально мне кого-то напоминаете. Вот даже вот голос похож, даже глаза похожи, понимаете? Вот, блин, ну кто же это может быть? Конечно, похоже. На Юрия Ивановича, вашего директора похоже. Да что, не узнала? Нет, вот неправда. А ну, не трогай. Всем привет. Здрасте. А что это такое? Тетя вообще в курсе, что здесь как бы бардак такой в классе? Чершок. Уборка ей не нравится. Сиди молча. Эй, алло. Алло. А ты чё? Что? Грязно тебе, да? Грязно. Кто это? Нет, нет. Скачи на место, сиди молча. Нормально же так не делать. Ну это какая-то новая уборщица. На кого-то так напоминает, просто я не знаю на кого. Привет. Привет. Что это такое? Вообще, ваша ученица в курсе, что вы здесь делаете? А Иван Иванович, директор, вот знает, что это такое? Я все расскажу ему. Разве так можно? Знаешь, тетя, это любовь. Взаимная. Какая тебе тетя? Я Ангелина Кристалинова, понятно? Всем привет. Ребята, всем привет. Здравствуйте, а что вы моете полы во время уроков? Привет всем. Привет. Ты опять здесь сидишь? Ну да, я теперь здесь буду сидеть все время. Мальчик, который последний вошел, самый воспитанный. В смысле самый воспитанный? Он нас спину пихнул и ведро ваше пихнул. Реально, тетя какая-то больная. Согласна. Кто это здесь не воспитан? На, да блин, что вы делаете? А ты вообще молчи. Ай! Не ай на мне, то пластина во лбу лопнет. Хорошо? Получится. Итак, дети,
Достаем тетрадочки. Тема сегодняшнего урока. Вкус. Кто знает, что такое вкус? Валентина Ивановна, вкус – это когда ты умеешь красиво одеваться. Подумал ты! Анечка, я не о том вкусе говорю, не то, что как люди одеваются, вкус, а вкус обоняния. И как я вас забыла, зовут Ангелина, не помню как, давайте заканчивайте, пожалуйста, вы мешаете уроку. Я мешаю? Что вы творите? Вы вообще неадекватные! Я вообще лучше всех в курсе разбираюсь! Валентина Ивановна, выкиньте ее из класса, она вообще неадекватная! Нормально. Умыли, весь ее черный макияж смыли. Дарина, ну как ты можешь вообще смеяться над своей подружкой? Уважаемая техническая уборщица, нельзя это делать, вы девочке лицо грязью измазали. Что значит техничка? Я, между прочим, заместитель директора, хочешь тебе? Что вы делаете? Вообще... Как же грязный парк умыть, вы адекватный человек, или что? Нормально, она чисто, здесь все с хлоркой. Фу, блин, хлорка. Много понимаете? Знаете что, уважаемая Кристалина, или как вас там, я считаю, вы не имеете права творить вот это, что вы творите во время моего урока. Зачем вы моете парты половой тряпкой? Витя, помоги женщине выйти из класса. Хорошо, Валентина Ивановна, давай, сделано. Давай. Давай, Витя, я извиняюсь, можете выйти по-хорошему? Витя, так, так, надо меня трогать, я знаю, что это. Попрошу вас. Витя, да зачем они тебя все здесь чистоту на вашу? Так вы для меня, зачем вообще для меня это все делать? Не надо для меня ничего делать. Все, попрошу вас выйти. Я с грязной круг не ем. Все, Валентина Ивановна, больше здесь не будет. Правильно, Витечка, ты все сделал. Нечего этим уборщицам в нашем классе находиться. Так, Валентина Ивановна, что там про вкус вы говорили? Дарина, отставь саму, ты не староста. Итак, ребята, вкусовые качества – это...